Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня в Марине, которая называется Олимпик, в Греции, на борту и около борта лодочки, которая называется Аурига. Вон видно ее название. Лодочка эта принадлежит проекту Skippers.ru, который помогает нам учиться управлять этим парусным судном. А тема наша, как и было заявлено раньше, это мифы. Ну, о чем еще говорить в Греции? Конечно, стоя на берегу моря и оглядывая гавань и греческие холмы, в первую очередь вспоминается Одиссея. Что нас так привлекает в этой истории? Кстати, среди комментариев к сегодняшней записи Одиссея, конечно, была упомянута. Наверное, это та самая тревога, которую испытывал и испытывает каждый из нас, отправляясь в путешествие. Неважно, будет ли это далекое странствие или короткая деловая поездка, мы ведь никогда не возвращаемся на самом деле туда, откуда уехали. Или ушли, или уплыли. Это уже совсем другое место, и мы уже совсем не те, которые отправлялись в путешествие, пусть даже это была совсем короткая разлука, отлучка. Ну, давайте я вас познакомлю с частью нашего экипажа. Значит, идейный вдохновитель всего этого безобразия — Павел Чернобров, вот он. Здравствуйте. И Иван, наш, как сказать, человек, отвечающий за снабжение, кухню и безопасность. Во, наверное, вот так. Привет, привет. Жил-был грека, захотел научиться на капитана. Вопрос: за сколько он сумел научиться плавать? На лодке или так? Можно и так, можно на лодке, если усложнить задачу. Ну, на лодке, наверное, лучше, хотя сложнее. У меня другой вопрос: кто из нас грек? Да, у меня вопрос: кто умеет плавать? Ну, чуть-чуть, я думаю, что все мы умеем, это все-таки вроде бы обязательное условие, нет? А спас и жилет тебе для чего? Ну, спас и жилет — это потому, что может понадобиться долго плавать. А я думал, потому что он розовый. А, ну да, конечно. Я предлагаю все-таки нам выдвинуться на лодку, потому что уже капитан нас ждет. Завтрак стынет. Я по дороге вспоминал, по дороге туда, на берег, я вспоминал про Одиссею. А я про Горгону. Почему? Ну, женщины, всегда про них думаем. Еще один миф, хотя с морем он, конечно, не связан. Есть другой красивый миф про Афродиту, которая по легенде родилась из пены морской. Но Афродит мы здесь пока еще не видели. Это был анекдот такой древнегреческий по поводу того, что через неделю на необитаемом острове, на необитаемой или обитаемой яхте, даже самый страшный моллюск — женщина. Да, а куда мы, кстати, идем? Ну, мы с вами сейчас на яхту. Понятно, сейчас мы идем на яхту. А на яхте мы куда идем? Мы идем на один из греческих островов. Это пока на сегодняшний момент непонятно, потому что наш капитан, который назначен на сегодняшний день, в данный момент прокладывает курс, и название острова мы узнаем уже непосредственно на борту. Ну, надо понимать, что в... Мы даже не знаем, обитаемый он или нет. По правилам нашего похода капитан назначается на день. Вот сегодня капитан Юра, мы его еще, я так думаю, увидим в деле. Вот ребята совершают посадку. А я с вами прощаюсь до следующего эпизода. Посейдона, и более единственно оттуда вот
оттуда спрыгнул и ей, увидев черные паруса корабля своего сына.